Приветствую всех любителей астрономии. Сегодня в выпуске поговорим про солнечный фильтр на базе пленки Баадер, который позволяет использовать телескоп в дневное время для того, чтобы посмотреть на нашу звезду Солнце. Я заказал фильтр с корпусом на AliExpress, ссылка будет в описании. Во-первых, отмечу, что перед использованием пленку лучше всего повторно проклеить, поскольку фильтр все-таки китайский, собирают они так себе. Все должно быть надежно. И обязательно дополнительно крепить корпус к телескопу, все должно быть очень хорошо зафиксировано. Пленка с плотностью 5, изначально для визуальных наблюдений, но посмотреть через камеру тут абсолютно ничего не мешает. Что же можно увидеть с помощью этого фильтра? Недавно я воспользовался своим небольшим телескопом 8400, а также как-то давно я смотрел через телескопы 114 и 130-900. Во-первых, отлично виден, легко разглядеть, это диск нашего Солнца. Ну и во-вторых, если они есть, это такие черные пятна, легко наблюдаются, солнечные пятна. Грануляцию или еще какие-то детали на диске у меня лично разглядеть визуально не получилось. Используя просто фильтр и фотоаппарат Canon 600D, на фото у меня каких-то особых деталей не полезло. Однако вокруг черного пятна виднелась светлая область, которую глазом я не уловил, и другие неоднородности диска. Так что потенциал имеется и есть что порассматривать при обработке материала. Не запрещается использовать данный фильтр с другими фильтрами, которые позволят увидеть больше деталей, сделают наблюдение интереснее. И главное, без защитного фильтра смотреть в телескоп на Солнце категорически запрещено. Я, правда, даже с фильтром не буду, буду наблюдать через камеру. Спасибо за просмотр, ясного неба и хороших наблюдений.